Всем привет, с вами Неломоб, мы сегодня играем в игру под названием Симулятор Вора, и у нас сейчас задание следующее, сюжетное. Нам нужно украсть детонатор из дома номер 301. 301 дом, это вот этот склад. Вот, видите? Это склад. 301, то есть нам нужно будет на него проникнуть. Но для того, чтобы мы туда успешно попали, нам нужно выработать определенный план. У меня уже были некоторые идеи, и первая моя идея заключается в том, что мне нужно здесь... Ой, я даже вижу, где детонатор находится, видите? Лежит в одном из грузовых контейнеров. Я здесь присяду. Почему я здесь решил присесть? Потому что я истинный вор, и у меня есть ноутбук. Ноутбук, который может вычислить то, что мне нужно взломать. Сейчас смотрим, ломаем, взломал. То есть я, по сути, взломал только что ворота вот эти. Так. Ломанул, лампочка. Тут у нас этот самый. Меня теперь тут, по идее, никто не должен поймать, когда я буду отсюда драпать. Теперь, когда я это дело взломал, я тут еще в прошлой серии, я тут, когда обследовал дом, одну очень интересную вещь заметил. Садимся в авто. Я надеюсь, что сейчас то, что я как бы так заметил, у меня получится в жизнь провернуть. То есть в жизнь реализовать. Так, едем, смотрим. Вот охранник, кстати, ходит, охраняет контейнеры. Я еду на своем автомобиле здоровенном. Охранника вот рассматривать даже могу отсюда. Так, едем дальше. О, вот это я хотел. Видите? Везде забор. Длиннющий, предлиннющий. И везде стоят такие штырки. А я пытаюсь сейчас припарковаться таким макаром, чтобы я мог, получается, этот забор перепрыгнуть. Получится у меня или нет, я не знаю. Это мой такой хитрый ход. Копов вызвали, черт! Они вызвали копов. Что? За что? Да за что? А, я еду им прямо в лицо, по-моему. Нет? Да, я еду к ним прямо в лицо. Копам. Я попался к полиции. Или нет? Где они? А-а-а! Чё? А как они... Как они меня заметили с моим фургоном здоровенным? Ну, видимо, просто я попался им... Попался им на глаза. Так, а я тут через... Леса проеду или я поврежу только свой автомобиль? О, по-моему, я удрал в укрытие. Капец, то есть я хотел там свой фургон поставить, на него запрыгнуть аккуратно, а меня как-то засекли. Каким образом они могли меня засечь? Непонятно мне. Попытка номер два. Сажаемся в автомобиль. Кстати, уже вечереет. Индустриальная улица. Капец какой-то произошел. Но, может быть, это так и нельзя провернуть это дело? Может быть, нельзя так взять и туда попасть? Ну, я ожидал, что получится. Вот еще раз, смотрите-ка. Допустим, ставлю автомобиль. Вылажу. Достаю ноутбук. Занимаюсь профессиональным взломом. Стоп, это что-то не то. Это что-то не то. Или то. То или не то. Control panel detected. Это оно или не оно? Я запутался. Так, тихо, escape. Надо разобраться, чтобы я сейчас что-то не то не взломал. По-моему, это дом не 301. Пробуем дальше проехать. Вот он, 301 дом. Это какой-то другой. Вот мне сюда нужно. Так, ноутбук. Ломаем. Взломал. Допустим. Ночь наступила. Сел в тачку. Возможно, там где-то камера была. Как они меня заметили? Или эта охрана меня заметила с моим здоровенным фургоном? Мне кажется, камера меня как-то засекла. Но вон там что-то есть. Что-то там есть. Сейчас, смотри, сейчас какие-то сделаю. Припаркуюсь вот тут. Так. Запрыгну. Где здесь камеры были? Кто-то видел камеры? Я не видел лично камер. Я камер не видел. Но они же есть. Как они тут заметили на моей машине? О, я мужика теперь засек. Мужик один, мужик два. Может быть, он меня как-то... Надо как-то припарковаться более хитро, чтобы еле-еле машина там
виднелось. Смотрите-ка, что мы имеем следующий моментик. Разворачиваем. Ч-ч-ч-ч-ч. Не надо ее бить, не надо ее таранить. Наверное, хватит, да? Тихо. Теперь нужно понять, как они... О, вот камера. Нашлась родимая камера. А вторая где камера? Больше нет камер. Ой, идет мужик. Меня сейчас заметят или нет? Без понятия, ребята. Я тут не могу понять, как они тут ходят. Так, один туда пошел. Опа! Есть, есть, получилось. Моя схема работает. Так, это что у нас? То, что мне нужно. Детонатор лежит. Так, вот один тут, один здесь. Один ушел, второй тоже ушел. Как мне добраться до детонатора? Где он? Это что такое? Какой-то станок. Этого я не вытащу. Не то. Контейнеры имеют богатые внутренности. Есть. Детонатор за доллар один. Это что такое? Коричневый кошелек. О, май гад. Это что такое? Ничего себе, картина. Я же буду ее долго и нудно нести. Я, наверное, не... за 4000 долларов картина, мать моя женщина. Она ужасно дорогие деньги стоит, эта картина. Как мне только перебросить? Так, меня никто не засек. Тут можно еще в другие контейнеры заглянуть, скорее всего. Так, один там стоит мужик, один здесь. Один там. Камеры. Главное теперь не упасться на камеру. Так, один здесь, один здесь. По-моему, даже на меня смотрит. А этот что делает? Так, ушел. Этот подходит сюда близко. Может, стоит закрыть дверцы? Этот ушел. Этот... Что-то он как-то подозрительно ко мне подходит. Этот ушел, а этот... Это тоже ко мне подходит. Они вдвоем ко мне подходят. Мне это не нравится. Я хотел бы сейчас эти контейнеры еще подкрыть. Может, там еще кошельки какие-то есть? Или какие-то маленькие вещи, которые я бы смог унести. Так, этот развернулся, ушел. И этот развернулся, ушел. Поехали. Что у нас тут? Ух ты! Камеру нашел за 2000 баксов. Офигенно. Так, здесь мы были. Так, ты тут. Этот смотрит. Тут теперь сложно, слушайте. Как мне убежать, чтобы меня не засекли? Где находится камера, я не знаю, на улице. С той стороны. Но с этой стороны я тут не пробегу. Надо как-то кругом дома оббегать получается. Так, этот ушел. Мне как-то подсказывали. Там мне подсказывали, как смотреть. Я забыл, на какие кнопки нажимать. А, вот они. Подглядывать. Все. Правую кнопку зажимаешь, мне подсказывали в комментах, ребята. Ой, тихо, чуть не попался. Чуть-чуть не попался. Вот он пошел. Вот я пошел. Что у нас здесь? Тут пусто. Тут ничего нельзя достать. Так, он ушел. Один ушел, второй ушел. Открываем. Медленно. О, ничего себе. Я это вообще не могу поднять, походу. Так, а тут что? Что здесь? Ничего тоже нету. Какой-то продукт. Так, они поменяли маршрут. Хорошо, это мне только на руку. Камеры, ребята, камеры. Очень много контейнеров. Они куда-то вообще удрали. А что это такое? Наверх на контейнер запрыгнуть? С контейнера я смогу выпрыгнуть на ту сторону? Вряд ли. Даже с разбегу большого. Камеры. Если сейчас меня камера засечет, будет печалька. О, что-то новенькое нашел. Ценный пакет. 3000 долларов. Иди сюда. Тут что? Что здесь? Наушники. Телефон подержанный. Флешка. Рюкзак еще можно набивать и набивать. Безразмерный рюкзак. Так, здесь что? О, какой-то приемник. Берем. Плазмы. Но это только нести. Не могу ее украсть. У меня было задание на плазмы. Но как я ее вынесу здесь? Камеры. Где камеры? Так, ноутбук. О, ноутбук 800. Фотик нашел.
Контейнер. Тут ничего нету. Тихо-тихо-тихо, застрял. Что такое? О, ценный пакет, $3000. 3000 баксов. Это что такое? Профессиональная камера. $5000. $5000, вы это видели? $5000. Это было, это не глюк был. Это 5000 баксов. 700 баксов. Джойстик. Еще какая-то флешка. Слушайте, у меня уже рюкзак забит на максималку. Если сейчас что-то найду ценное, будет очень грустно, что я не смогу это подобрать. Гляньте-ка, тут еще какие-то штуки. Сканер. Все, инвентарь полон. Мне больше нету смысла воровать. А где здесь камеры еще расположены? Кто-то знает? Я без понятия. Контейнеры надо еще чистить. А где все охранники? О, какой-то здоровенный... Здоровенный-здоровенный-прездоровенный. Я могу в урну... Вот охранник, охранник, охранник. Ноги торчат, вон. Ноги торчат. Опа! Есть контакт. Я не могу в контейнер залезть. Охрана бежит! То есть идет. Охрана где-то здесь, за контейнером. Была, по крайней мере. Он разворачивается и идет. Он идет обратно. Черт. Может, через дом нужно выбежать? Пройти через дом? Как это взломать? КПК хакера. Блин, я сейчас тут попадусь, чувствую. Что я делаю? Я сейчас попадусь тут. Или не попадусь? Так, мы внутри. Я внутри на складе. Черт, охранник! Охранник стоит! Черт, охранник! Сзади еще один стоял. А как я мог знать, что он внутри? Блин, я глупый. Я так далеко дошел, столько интересного своровал. Капец, как обидно. Как же обидно. Жесть, жесть, жесть. Натурально. Значит, тут по идее, они вдвоем в доме сидят, а один вот здесь где-то. Вот он лазит, вот он, вот он, вот он, вот он. Так, вот сейчас мне нужно будет бежать, когда он развернется. Наверное. И где-то спрятаться. За ящиком, за этим или за этим? Не знаю. За каким-то из них. Пусть за этим ящиком. Так, спрятался. Вот он стоит, вот он стоит. Решетка. Ждите, что, решетка уже закрыта? Решетка уже... Мне надо будет заново ее ломать? Значит, надо за этот ящик спрятаться. Как-то хитро. Так, он где-то здесь. Мне нужно за этот ящик спрятаться как-то хитро и взломать решетку. После этого только мне нужно будет бежать на выход. Хм. Интересно, как это сделать? Вот он пошел, допустим. Тихо, он меня услышал. Мне нужно где-то выбрать точку такую, чтобы он меня не замечал в любом случае. Ой, вот он стоит. Может, за этим ящиком спрячусь, если он меня не будет видеть? Как раз за этой стороной стану. Кажется, он пошел. Вот здесь, если я стану, меня не должен заметить, по идее. По идее, не должен меня видеть. Ноутбук. О, я могу взламывать ворота. Так, действуем как настоящий ниндзя. Это тут пошел охранник, черт. Кажется, меня видят. Кажется, меня видят. Как отсюда выйти? Меня заметили? Я не знаю. Я ломаю, короче. Как это сломать? Сломал, взломал. Вот он меня видит, меня видит. Нет, не видит. А чё ворота не открылись-то? Что я взломал? Я понял, что я взломал. Я взломал где-то там те ворота, по-моему, я взломал. А как же эти взломать? Как мне подойти еще ближе? Вот он стоит. Я не могу дотянуться. Мне не хватает расстояния, чтобы эти ворота взломать. Алло. Гараж.
Алло, гараж, как мне эти ворота теперь взломать? Ну реально, как я должен туда подойти? Там же меня словят. Я там какие-то ворота взломал. Контейнер залезть. Из дома только можно, может быть. Не, из дома тоже не достанет, скорее всего. Если там разве что в углу стоять, в доме в углу стать, то может быть он достанет, чтобы эти ворота взломануть. Мне не хватает расстояния. Вот охранник ходит туда-сюда. Где он, охранник? Я не знаю, что мне теперь тут делать. Вот он. Один охранник. Надо теперь... Вот эти вдвоем в доме... Этот охранник ходит. Как мне так сделать, чтобы как-то мне тут встать, чтобы быстро взломать этот компьютер? Вот тут один ходит здесь, один тут ходит. Вот он сюда подходит, да? Ой. Ой, кажется, меня заметили. Нет? Куда я должен встать? Вот сюда я должен встать, наверное. Ломаем, ломаем. О, теперь уже тот... Теперь то, что мне нужно, ломаю. Черт! Почему он аж сюда зашел? Он не должен был сюда доходить. Он не должен был сюда заходить. О-о-о! Какой негодяй. Какой негодяй. Почему он сюда зашел? Он доходил... Иногда он... Видимо, есть определенная очередность. Пару раз он туда... То есть доходит до... Только до ящика пару раз. А один из этих раз... То есть три раза заходит только до ящика, а на четвертый, наверное, он заходит аж сюда. Надо это просто высчитать. Наверное, такой у него маршрут. Контрольную точку загружу. Где я буду появляться? Возле машины, наверное, снова. Ну да, где же еще? Не понимаю. Я не понимаю, что у меня произошло. Сейчас час ночи. У меня один персонаж там возле ящиков бегает. Один в здании. Один почему-то начал здесь ходить. Я так подумал, что это типа неправильно. Они должны были быть вдвоем в здании. Но если так оно... Мне так сделали, такую подачку. То только мне на руку. Я могу сейчас попытаться просто с этой стороны дом оббежать. Если меня тут никто не словит. Я спокойно себе там на ноутбуке. Если тут камера нигде сейчас меня не подловит. Просто не вижу тут камер пока что. Вот этот... Ой, тут можно в контейнер даже залезть. Вот здесь мне нужно просто взять ноутбук, присесть и добраться до взлома. Только этот мужик, хоть бы мне сейчас тут не подошел и не сцапал. Мне нужно ворота сейчас взломать. Взломать ворота и отсюда драпать, как не знаю кто. Вот я докрался, подкрался. Ну, ломай. Чё не работает? О, есть. Теперь быстренько пробуем, занимаемся взломом. Так, так. Чё я нажимаю? Нет, те кнопки у меня не жмутся, кнопки. Не слушаются меня руки. Где оно? Вот сюда, сюда. Сюда, сюда. Есть! Ломанулось! Ломанулось. Довольно так, кстати, просто ломанулось. Так он что-то заподозрил? Не знаю. Вроде бы ему как ни в чем не... Ворота открылись! Почему же они открылись? Ой, тут тоже стоит охранник, и тут охранник. Только не подходи сюда, пожалуйста. Это мой шанс, это мой шанс. Чик-чик, где моя машина? Где моя машина? Я не помню. Все, вспомнил. Она там у меня стояла возле забора. Припарковали мы ее там. Вот она, тачечка моя любимая. Ничего не украл больше. Ну как больше? Имеется в виду, ничего не украл то, что могли бы мы с собой в руках унести. Вы же видели, что в руках там очень рискованно. И так сложно. И так сложно. Я все-таки неплохо тут поработал сегодня. Как настоящий профессиональный вор. Профи, профи. Так, все, уезжаем. Сейчас будем сейчас это все рассматривать, что мы наворовали, что мы сейчас там сделали хорошего. Смотрим. Фух. Укрытие. А почему мне как завершение еще что, не забрал ту вещи? Ну, укрытие, допустим. Я что, не забрал вещи? Детонатор? Почему мне... А, вот, все. Обычно сразу сводка. Детонатор, галочка стоит и профессиональная камера. Новый уровень, спасибо, окей. Вот, мне, видите, детонатор есть и профессиональная камера у меня тоже есть. То есть они мне показывают, что я все-таки это дело своровал, что очень даже хорошо. Есть у меня и сканер, всякие штучки прикольненькие тоже наворовали. Буква D почему-то, не знаю, скрытность маленькая у меня показывает. Ну ладно, это не важно. Главное, что мне соберите взрывной заряд на верстаке убежища. Наш верстак, вот, вот где он, нажимаем, взаимодействовать. На верстаке, вот здесь. Чикс. Что нужно тут нажать? Нет предметов. Так. А что мы должны сделать? Как это делается? На верстаке. Ну, я не понимаю. Взаимодействовать. Разбор ценностей, оценка. Достигните 5 уровня навыка электроника.
Пятого уровня навыка электроника. Так, заходим в навыки. Что за электроника? Вот это оно? Пятый уровень. Мне не хватает одно очко, мне не хватает навыка. Мне нужен еще левел, чтобы это дело у меня осуществить. Я не могу качнуть себя. Я не могу поэтому собрать эту вещь. Офигеть. И что мне теперь делать? А ну попробуем это дело запустить компьютер. Вот тут хотя бы могу... ноутбук хотя бы сейчас хакну, слушайте. Кто бы мог подумать, что мне как раз здесь понадобится сейчас знания. Мне их не хватает, чтобы это дело ломануть и дальше продвигаться по сюжету. Это грустно. Это грустно, но не смертельно. Потому что это все дело решается, надо просто немножко постараться. Так, ломанул. А сколько мне нужно вообще? Вообще, сколько мне нужно от этого опыта? Уровня, осталось очков 5. Вот моя экспа. Мне нужно 2600, у меня 1000. То есть у меня почти половина у меня экспы собрана. То есть нам нужно, по сути, пойти просто еще поворовать, либо же что-либо, что-то продать. Вначале мы зайдем на свой компьютер и прошуршим здесь все. Black Buy. Мы сейчас много имеем различных интересных вещей. Вот, ваза для святого искусства, запчасти машин, понятно. Можно будет тачки еще поразбирать. Это я тоже хотел сделать в одном из видеороликов. Жесткий диск у меня один, он в слайде у меня лежит. Микроволновка, поврежденный телефон. Там какой-то был... О, мы же его не взяли. А там лежал 100%, я помню, поврежденный телефон. Был. А я его не взял. А могу сейчас его продать. Тоже бы, наверное, получил опыта за это. Или я только когда ворую, получаю опыт. Наверное, когда только ворую, приношу что-то с этих с домов. Лампы, это то все. О, лампы нужно наворовать тоже. О, кинокамера. 1 единица. Если я достану еще одну, то я смогу их за очень хорошие деньги продать. Конференц-телефон. Их нужно 3 штуки, я тоже их офигенно смогу впарить. Это очень хорошо, видите? Комплект можно собрать из 3 единиц. Мониторы, мышка, черный проектор, надо проекторы тоже сюда, видите, надо все собирать. Сканеры тоже нуждаются. 10 тысяч долларов можно заработать на Black Buy. Сервера тоже нужно украсть. Сервера. Так, офисный шредер 6. Ой, ну он тоже тяжелый. Так, ладно, кухня, тостер, значит, другое. Вот, ценный пакет. Я 2 их нашел, а мне одного не хватает. И тогда мы сможем тоже это дело хорошенько сдать. Коричневый кошелек один украл, а второй у меня пока что еще не попался. Кстати, я забыл, мне подсказывали же на лавочках, нужно смотреть. Там бывают кошельки валяются, видите, а я забыл. ПО, программное обеспечение, я так его просто продавал. А здесь можно его, оказывается, было тут его продать. Я уже где-то, я их много уже встречал на самом деле. Надеюсь, они мне еще будут попадаться где-то в этих в домах. Что еще? Ну, короче, видите, я мог на Black Buy тут уже кое-что да и продать. Ой, тут всякие полочки, шкафы, обои на стену. А мы можем за $200 купить обои? Может, какие-то поярче возьмем? Говорят, что зеленый цвет успокаивает. И голубой цвет, говорят, успокаивает. Давайте какой-то выберем такой тогда зеленоватый. Есть тут такие зеленые обои? Вот, купить $200. Ну, немножко пожертвую. Чикс. Теперь нажимаем Escape, выход. Теперь нажимаем что еще? А куда мы эти обои прицепим? Пока никуда. Значит, мы вначале зайдем в свой шкаф и посмотрим, что мы можем тут сбросить. Значит, что мы добыли с вами? Отмычка, взлом сейфа, хакинг, микрокамера, ноутбук хакера, кинокамера, ценный пакет. Это точно ценный пакет, нам мы там собирали комплект из них, да? Так, взрывчатка, обои на стену, ноутбук разблокирован. Вот ноутбук, я не знаю, по-моему, можно его продать. Профессиональная камера, ценный... Тут, короче, есть вещи, которые мне продавать просто нежелательно. Ключ входной двери, бинокль, взлом, хакинг, стеклорез, взлом, разбор ценностей, отмычка, простая, ключ от входной двери. Ой, так, ну, а что тут еще? Бинокль, ключ... КПК, ноутбук хакера, пропуск, серверная, коробка с уликами, коричневый кошелек тоже оставляем, то, чтобы я случайно его не продал. Радио, вот радио я нигде не видел, что мне нужно было их несколько штук собрать, хотя я думал почему-то про это. Радио, конференц-телефон, черный проектор, консоль тоже я не видел. Взрывчатка с детонатора, ноутбук разблокирован, обои на стену. Ладно, пока что закрыть. Неужели я реально нигде не видел здесь этого самого радио? Там, где в электроника. А ну-ка, зайдем. Электроника.
Микроволновка, жесткий диск, приемник. Это разве... Нет, это не радио, это приемник более современный, слушайте. Лампы. Может быть, я уже раньше эти вот радио... Тут уже было дело, что я его продал. Что я его сдал, может быть. Теперь я хочу попробовать как-то эти обои подцепить. Вот у меня тут была моя спальма. Спальня моя. Хочу попробовать здесь сейчас обои подцепить. Что, как это сделать? Допустим, открываю предметы. Допустим, выбираю обои на стену. Бросить, удерживать. Слот быстрого доступа. Бросить, удерживать. Как их поклеить? Слушайте, ребята, кто в курсе? Бросить? Я их только что выбросил, по-моему. На пол прям. Подбираем. Обои! Как вас поклеить? Скажите мне, пожалуйста. Обои на стену. Удерживать. Удерживаю. О, я держу их в руке. О, видите, что происходит? Их я могу клеить обои, вот. Вот, допустим, эту стену, если тут избахну. Это $200 будет стоить? Да, походу, 200 баксов только что потратил. А нельзя содрать обои обратно? Я криво повесил ее. Тут не в угол самый. Блин, обидно, я потерял деньги. Эй, ну ничего, как-то здесь поставлю. Нет, не поставлю, наверное, уже. Ну ничего, вот так пока что будет у меня. Ну криво, криво, я согласен. Немножко неправильно сделал, но ничего страшного. Хорошо, в принципе, я сделал все, что хотел. В следующей серии, получается, мне нужно будет идти на дело какое-то. Какое-то дело, какое, не знаю. Может быть, вы мне посоветуете в комментариях, куда мне пойти, чтобы заработать побольше опыта, чтобы мы... с вами достигли нового, как бы сказать, левела и уже смогли двигаться по квесту дальше. Я думаю, что мне стоит будет сесть в тачку и выбрать какой-нибудь дом, чтобы мы с вами отправились, к примеру, улицу Гринвью или Рич. Я посмотрю комментарии, там мне уже подсказывали. Где-то телефон поломанный найдем, что-нибудь такое попроще, чтобы у нас по Блэкбаю проходились квесты. Что по Блэкбаю у нас тут продавались вещи, вот здесь. Надо будет на старые вещи ориентироваться, на вот кубок в форме слезы, ваза для цветов. Вот что-нибудь такое надо будет наворовать простенькое, подсвечники, и сюда попродавать все. Потому что она тоже все дает опыта хорошо, но немного места занимает в инвентаре. На этом, пожалуй, все. Мы неплохо справились, я считаю. Мы прикольненько поработали, заработали, вот он где у нас добыча наша. Сканер, консоль, ноутбук, радио. Где еще раз? Как оно там называлось? Ключ, ноутбук, пропуск, коробка, радио, ценный пакет. Взрывчатка с детонатором. А, вот мы ее типа вот подсобрали, вот такую взрывчатку. Уже у нас, это тот пакет, который у нас был бомбой. А теперь оно типа у нас уже вот такой вот пакетик, но уже как бы с такой вот, с кнопками. То есть с секундомером, скажем так. На этом, пожалуй, все. Будем с вами прощаться в этом видеоролике. Увидимся в следующем. Мы играли в игру под названием «Симулятор вора». Всем пока-пока.